Если что, там надо беру, да? Будет. Сейчас я напишу, кто ролит. Кто на что ролит. Сейчас РКЛ за сумонит. Халява эту каплю умеешь кидать? Короче, когда попрошу там... Что? Ебанешь длань жертвенности, капля такая красная. Как первая не. Помощь. А, каплю? Ну, хорошо. Я знаю одну каплю, да. И, короче, и по себе бабл ебанешь. Обязательно, что бабл. А то убьет тебя она. Все, короче, я дискорд скинул. Как там этот в общий писать? Забыл там слэш. Флэшмор. На русском. Пятьдесят 3К нормально на ДК. Все, все написали. Три человека только написал. Почему три? Пять. А, пять. Да. А, я выше. Выше я не подлистал, блядь. Все, я скринюсь. Так. Красота, бафы, каска есть, кулак есть. Крестов нету. Зачем баф... тебе кресты, шаманы? Все бафы у нас паладинов много. Так, танчить у нас будет печенька и квадрат. Основные на пулы. В печеньку. Олма и крош. Остальные на пулы в квадрат можете. Давай, я натяну на пулю. Так, первого олма играем. Получается, если собака уходит, Локи банят ее, либо паладин эфиряет. А у кроша щиток спуржите. Маги там, шаманы. Не знаю. В принципе, все. Перчина, готовность. Энхуй стери. Даю дубэмпу. Ну, дамаж. 5, 4, 3, 2, 1. Превращение, снимите! Все, монопол дал, ушел. Спасибо. Никто не снял. Не за что. Если собака увидит вам... забаньте собаку. Про Геру надо. Геру дали. Блять, у тебя неистовство что ли опять? Или что там, танку, блин? А, Саня правильно, да, был? Понял. Да и он не в Дискорд, блядь, как всегда. Он не зашел. Берните? Если бы... Танку берните. По-моему, из друидов у нас только ты. Да. Ну там берна замерла. А, у нас это... Лайфисти, сорян. Уводи короля. Опа, танку передамажу. Осторожно, их там аканул. Ну опять превращение снимите. Киглера играйте. 39 хп было у шума. Милики под морду встань. Тебе ой, ты капля не понадобилась. Ну да, что-то ну. Я забыл. Под морду.
что там? Лики. Сейчас 50% у слепоглаза будет, и РДД можете в короля играть. Все, можете в короля играть РДД. Млики слепоглаза добиваем. Честно, меня два раза просто превратил в овечку. Если он крутиться начнет, дезарму дадите рога там. Какая-нибудь из. Я единственный тут робот. Да, у нас одна. А, да? Единственный. У нас варов больше, чем рог. Ну если что, первый дезарм я дам, там уже кто-то из варов продлит. Блять, дизарм не дают. А. Нифига меня откинуло. Уже кто-то дал. Что-то у него вихрь забагался, что я не могу понять. Походу. Даже ДБ мне пишет про вихрь, кстати. А нет, вот. Но он безоружен. Вот ты упал, дед Максим. Сюда, там Купер дамажит. Хуета. Хант, декамар. С три раза меня в овечку превратило, за что? Косты там сбивайте, если там жрецы есть. Тебе в ПМ-ку еще никто не писал? Не? Да. А кто должен был? Мало ли. Ну, я не знаю, у меня рейд-чат отдельно, я не вижу. По им, по-моему, тоже никто не писал. Не, в ПМ никто не писал. Ты думаешь, Норик должен был написать? Не. По покупке токенов. Не знаю. Может, написали. Не знаю. А че вы лежите? Вставайте. Вань, вставай, беги. Недолго бежать. О, интересно. Разленились. Так они срываются. Что? Умно мысли преследовали его, но... Че, Киртал, ты тут первый раз? Бывает. Но у этих мобов есть способность, называется рывок. Они делают рывок случайного игрока, и когда они его делают, они обнуляют свой список агро. Угу. Ну, наверное, но там КД был. С первого пати паладин. Все, электрон. Да, перезашел. Так хули ты не танчишь, если ты так критикуешь? Создай танка, играй, блядь. Кто там критикует?
это вон маг. Знаешь, короче, что ты брал? Может, начнешь других людей понимать, кто как играет. Так. Ты вода. Блядь, Лёха, отойди от рыбы. Все равно не тыкается. Во. Лёха толстый. Так, рибахните, кто упал. МТшить у нас будет Войт. Я буду МТшить. Тебя на полу давать? Не давать Войт? Не, не надо. Надо? Тогда в квадрат. Всем мишку, да, всем да. Вот, так, насчет тактики, тут он будет притягивать, всем надо будет разбежаться друг от друга, не стоять. Рейндж 10, если у вас ДБМ есть. Если вы рядом будете стоять, то вы умрете. Также под завалами не стоим. Кто у нас Меликов водить будет? Да на танку кинь метку, он поймет. Но он не в Дискорде. Кто у нас из Меликов? Так, где там этот? Няндю поводишь, Меликов? Давай. Я на тебе звезду. Мелики за звездой бегать будете. Вот. Корче на готовность. Паладин. Паладин что-то стоит. Ретрик. Нет, я... О, все нормально. Плоди. Чё он стоит? Его притянет, Гоуль. Его притянет, да? В принципе, 24 тела. ДБМ пул. А может, не притянет? Ему засчитает. Ну. Заход с ФРС. Войд, как поставишь, я сам тебе дам пул. Сразу у нас. Ага, и Керу забрал, блядь, на пул. А, тебя в хандл. На пул и в медведя, дай. Я в тебя дал на пул. А сейчас маг умрет. Киртл, сбрось обратно. Киртл, сдай клонов. Пофиг. Выжить должен. Разбежались. Бля. Бля. Там варп от дыша стоит. Геру давайте. Киртл сбросил. Дайте кто-нибудь. А, палов нет. Да все, он инвизом, наверное, сбросил. Нет выбора. На все вообще вижу. Вы нахуй пульнули, я релоу делал, пиздец. Ты не написал, что ты релоу будешь. Семеро одного не ждут, знаешь такое? Если он в Дискорде, если он меня слышит. Это он сейчас говорит? Нет. Нет, это я. Не, он даже не в Дискорде, походу. Ну, это его проблема. Или... Его проблема. Сразу что квест хоть засчитается. Есть чат, вообще выкинула. Смотан офис.
Для того дискорды дают людям, чтобы они предупредили атаканта. Ну. О, золото от 11 рублей за 1000. Миники. Удар земли. 3 секунды удар земли. Подготовились. О, кинул он. Ну смотри, барда мажет. Милики, не стой, что звали. Милики за звездой 9. Ебать, щит, нахуй. Опа, топ-5. Первый раз его вижу, нахуй. Ебать, я 7 дал. Ай, блядь. Вань, давай из шатра. Портал, прыгаем, полетели. Я в топ-5, это еще шеи нету. ДК на первых местах. Неудивительно. На пятом месте НХ, лё. Да, блин, мой. Два ты дыло. На первом месте БДК. А там у них у Влада уже руническая сейчас ебашит, пиздец, 4-4 от лужи. Лёха просвечится в ВДК. Вот я так скоро догоню уже. Да. Ну он ФДК скоро догонишь. Можно сказать, уже догнал. Он танку перегнал. Я в сети. Да я еще в конце собак не отдал. Думал, он забрал, кинет, не кинет. Он так и не кинул, блин. Надо было собак дальше езать. Я бы сейчас 12-13 дал бы. Может, перегнал бы даже. Ну, БДК еще на сесть ризы. Че там собаки ж 3 минуты вызвал бы? Получается, я топ-2 по дамагу в гильдии. Я в тильте. Че танку так мало дал ты? Двигался, давай обратно в этого. Да, он расслабился. Он камни переделал. Ну, Киртл, понятно, там сколько раз огроз забирал. Нормально не надамажил. Не, он огроз забирал на втором месте. Его могло убить.
Пофиг, бафы у всех будут полезны. Еще молния вообще слабо накритовала, так бы я мог еще больше выдать. 17 как крит всего. Шкаф, стой, вот. Не пауза. Это не, пол... так мало дал? Для этого паладина, наверное, кикнул. Не знаю. Он вообще, он то не знаю, что с ним происходит. В первом пати. Можно 24 тела магика убить. Разница. То заходит. ДПС то... жопа жуй. Так, дыбы такая, как два чела дойти. Все равно не доберешь же сейчас, что ты его... Да не, я не собираюсь добирать. У нас хила. Пу, блядь. Все, одного человека надо засумонить ханта. А мы ВБ спрашивает, что ему в ШП? ВБ? Да, в ШП, спекайся. Байк гром гремит. Давай только после трэша и ВБ. Да, лучше после трэша. В лужах не стоит. Все у нас. Надо уходим. Мили-зону. Огонь, точнее. Метеоритный дождь. Похуй. Кош прожал у меня, похуй. Кош на КД. Дима, блин. Она будет пукан твоего огня. Диспейлю, нахуй, вечно. Под огнем не стоим. Не стоим, падай. Кош на КД. Мой пукан всегда в огне. Или зоне, да. А чё все в разных сторонах тут бьют? Я на купе. Сейчас. Я тоже, наверное, на куб. А вы потанчик. Давайте все на куб, блин. А чё ты не побьёшь? Я? Ну. No. Кто на куб, думаешь, встанет? Я стану. Ну, вот ну, ты, Женёк. Я могу встать, но мы хилим. На куб. Не, хилы пусть хилят. Хилов не надо стоять. Ну, вон, ты кажешь не просто, да. А, Дим, тем более ВБ-то в ШП. Собирается. Ну, я ж тебе про что и говорю. Мелизо. Зона в огне. Сколько раз Гульмаги ходил, мы единственные гильдии, которые через лево ходим. Да, по-разному ходим. Не, ну вообще так, я так смотрю, мы реально мы чаще всего налево ходим. Зря жаль, по центру нельзя пройти. Да. Просто сверху нам Октедриона сразу падает. Короче, это, видимо, не зайдет, я его хит. Он только пожалуй писать не помню. Да не, Вань просто, Нурик так расставил график пока что, на эти выходные на пятницу. Так. Я, честно говоря, Кару в ИХМ поменял бы на субботу, а ИВК-25 на воскресенье. Я ИВК-25 приду. Я его кикну. Скажи, там... Женек. Чё? Ну, показано, покидает, желтый мой написан. Да. Ну и что-то этот забагался просто. Ну пока. Он во время боя багает людей. Через этот смотришь так вот, да, через друзья, рейд.
Так, все зачистили. Больше рыбку, рыбку можно? Дайте фул ребаф. Ребафаемся. No. С метки вам стоит. Джилсу поставил. Кому надо. Опа. Ну, с починкой. Жаль, воин 3-4 такой красивый, ё-моё. Так, бах, я буду стоять сейчас, я на себя, наверное. На себя поставлю череп. Я в звезду. Так, Женек, ты на кубе, да, будешь? А, на звезде уже? Я уже поставил. Кто? Няню, ты хотел, да? Да, давай. Ты будешь еще два куба надо. Кто еще на куб хочет? Два человека. Два человека на куб. Че, никто на куб не хочет? Два куба осталось. Вон вар хочет. Ты будешь где, куда тебя поставить? В крест тебя поставить, наверное. Красивый, ёмный. Сейчас. Я чуть не вижу его. Первая группа. Вижу. Я ему дал крест. Вот крест. Еще один куб. Еще один. Последний куб. Давайте быстрее. Просто по команде нажать и все. Ну, да, половина хоть. Это всегда так просто. Да, да, на самом деле просто реально. Че сложно. Эхан, ты с какой стороны прохиливать будешь метки? Да, хилы сюда распределитесь, кто слева, кто справа. Кто будет по центру стоять, там прохиливать. Между собой там как-то. Я справа, давайте буду ближе к танку. Так, метки. Кто на кубах стоит, запомните, где вы стоите. Вот, хилы распределитесь. Кто слева, кто справа будет, кто по центру хили. Так, по сбитиям каста. Кто у нас? Бакута, давай ты будешь сбивать черепу. Вак, ты будешь сбивать кресту. Потом... Кто у нас? Давай я звезде позбиваю. Ты будешь звезде сбивать, да? Титаник, ты в ком? Ты в Фурике или в Армсе? Фурик? Давай тогда ты полумесяца будешь сбивать. Зря ты не Армс. Так бы не сбивал. И трусы остались. Кто трусы? От силы. У нас 4 ДК. От силы ты в Дискорде, да? Ага. Вот, будешь сбивать этот трусам каст. Все, запомните все свои цели. Основной танк у нас Войд. В него все на пулу. В печеньку будете давать на пулу все. Вот. Когда это голем будет уходить, ДК бомжей сдадите. В принципе, все. Рычана готовность. Джей будет много. Сразу не ауешьте, пусть танки агро наберут, а потом можете выйти. Да. БМ-пул даю. Да чё ты БМ-пул сразу ебанул даешь? 5, 4, 3, 2, 1. Всё. Бомжей. Блять, хилбэд. Бля, что-то я рпал
сторону. Хочешь, Аур? Ну я сказал, везде сбивать буду. Я в нее даже не свистнулся. Кубы заняли свои места. Босса сразу не играйте, дайте танку поставить. Хант на пуль сразу. Да, на пуль в печеньку. Плохо можете играть сразу. А. Можете играть, вам Войт сказал. Можете хоть прям возле него сейчас встать и забежать за ним и играть. Только не перед мордой. Как ливнет. Активация босса. 5 секунд. Какой он медленный. Геру под первые кубы прожим начинает годить. Танк прошли. Кубы 10 секунд встали на платформу. На платформу. Нажали. Нажали. Держим до конца. Все. С платформы ушли. Сейчас молния сверкнула. Там это титаник, это лужи походу стоишь. Лужи, иди. Тебя дамажит. После откидывания на кубы, на платформу. Нажал. Держим. Женек, что там в кампе? Я не видел. Все, с платформы ушли. А тебя что, блядь, не выделили в вкладки, что ли? Да у меня стояло, но что-то удалось. Может, удалил каким-то. С обратно. Все, поставил. Странно, что он убрал. Вы приготовились, на платформу встали. Нажали. Держим.
все ушли с платформы. Её не ебать. Вчера Вероника зашла. Да? Схила. Сейчас потолок будет. Скоро. Потолок, стенки все встали. Сейвы свои дали, чтобы не умереть. Кубы приготовились, стали на платформу, там плюс-минус 5 секунд позже будет, 4-5 секунд позже будет. Все, добиваем. Блат пятнашку дал. Нормально. Люха 14. Нет, давай твой совет. Вот. Честно, в душе не. Топси! Почти Леху догнал. Паладин, Рома, Шаман. Чувак, я впервые вижу тут пост. Груда. Кстати. Хуесе. Так. В гильдию напишите, и я с Роги вот только что надо. Ходил. Гильдию. То же самое. Из гильдии, люди. Гильдийский чат напишите. Халява тебе на ов, да? Гриди. Мне на хила. Но это как бы твинк, так что приоритет ставь мейна. Токен стрелка. У Грилли-то 1Т4, да? Ему давайте. А у Бурага что? Бурак тоже говорил, да? Да, но мне ноги нужны. Но тебе ноги, да? А Грилли-то тебе что надо? Ему плечо надо вроде. Плечо надо? Да, там только плечо живет полноценный книжник. Плечи? И тебе 1Т4, да, это остался спот? Приоритет гриль, да, если у него 4Т4 будет. Почти Леху и танку отогнал. Ну, и грилли ту раз это ему да. Последний токен. Вот это анрол, анрол вот это. Грилли, ты ко мне подойди сразу, я тебе кину. Чтобы она у меня в инвентаре не лежала. К черепу. Обмен кинь. Я выйди с магистрелом, тебя не видно, ебать. Все, ГЦ. Так. А, еще сумку. Ой, сумку, этот мешочек я анролил там. Че, десятки? Давай, открывай было сразу. Икони десятки пойдем, да? Да, кто хочет их 25 еще сейчас разролю, кто хочет, оставайтесь. Их 25 сейчас будет. А их 25? Да. Они тоже. Я на Они только. Вот это роля. Сумка. Блять. Я думал, это не мешочек. Не, мешочек-то анрол.